Вестник Северодвинска о спорте. Наша теннисистка Дарья Лодикова успешно выступила на двух престижных турнирах Международной федерации тенниса в Осло. Спонсор рубрики «Спорт» – торговый отдел «Чемпион». Партнеры – футбольного клуба «Зенит». Будь ближе к футболу! Быть ближе к футболу. Торговый отдел «Чемпион», партнеры футбольного клуба «Зенит», предлагает большой выбор фирменной продукции. Атрибутика и сувениры, шарфы и шапки. Все от мелочей до качественной верхней одежды. Подарки для близких и друзей к любому празднику. Торговый отдел «Чемпион», торговый центр «Арктик-Сити», Арктическая 6. В первом турнире Северодвинка, единственная из пяти россиянок, добралась до стадии плей-офф. В матче 1/4 финала наша теннисистка уступила сопернице из Швейцарии 2-6, 0-6. В парной части турнира Дарья вместе с бельгийкой Эллен Шольсен также дошла до этой стадии, на сей раз уступив девушкам из Бельгии и Швеции. В последующем турнире в столице Норвегии Северодвинка выбыла из одиночных соревнований во втором квалификационном раунде. На этой же стадии прекратила борьбу и американка Алекса Гуарачи. Девушки объединились в пару и в итоге одержали 3 победы. В финальном напряженном матче российско-американский дуэт выиграл со счетом 6-3, 2-6, 10-6 у сестер из Украины Надежды и Марины Колб.